Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша сегодняшняя передача посвящена традициям и истории знаменитого на всю Россию Терского казачьего войска. Мы с вами находимся в станице Наурская. 220 лет назад женщины этой станицы вместе со своими детьми и стариками отразили нападение огромной армии крымских татар и турок, пытавшихся захватить станицу в отсутствие мужчин. С тех пор в станице отмечался так называемый «Бабий день». Сегодня, впервые после 17-го года и большевистского террора, казаки вновь отмечают его. История этого праздника такова. Во время очередной русско-турецкой войны почти все казаки выступили в поход. Узнав об этом, крымский наследник Шабаз Гирей решил захватить Наурскую, а заодно и пополнить свои гаремы красивыми русскими пленницами. 10 июня 1774 года, имея 20-кратное превосходство в людях, он напал на станицу, где в этот момент отмечали православный праздник – Духов день. Не успев снять праздничные сарафаны, казачки встретили непрошенных гостей вилами и косами. Комендант крепости Моздок впоследствии с восхищением писал в своем рапорте. «Из баб оказались такие, кто из ружей стрелял зарядов до 20, а одна из девок, будучи с косой, срезала у неприятеля голову и овладела его оружием». На второй день осады, потеряв любимого племянника, Шабаз Гирей вынужден был с позором отступить. Более 8 тысяч бусурман осталось лежать на поле брани. С тех пор в терских станицах этот день отмечали как главный праздник всех женщин-казачек. После Октябрьской революции, когда само слово «казак» оказалось под запретом, Бабий день был упразднен вместе с остальными традициями и праздниками терского войска. Но до конца вытравить память о нем так и не удалось. Однако, когда этим летом казаки решили его возродить, они столкнулись с новым неожиданным препятствием, на этот раз в лице чеченских властей. Президент Чеченской республики Джохар Дудаев, на чьей территории сегодня находится станица, категорически запретил проведение казачьего праздника. Но терцы все равно решили сделать по-своему. Правда, как они горько шутили, веселиться пришлось под дулом автомата. Признаться, и нас сразу неприятно поразило обилие вооруженных людей, которые на протяжении всего праздника окружали толпу, состоявшую в основном из безоружных женщин и детей. Все казаки были тоже без огнестрельного оружия. На вопрос, зачем это сделано, чеченские спецназовцы охотно отвечали, что для поддержания общественного порядка. Позже один из них признался нам, что на самом деле больше всего боится непредсказуемого поведения своих соотечественников, на руках у которых сегодня есть не только автоматы, но и гранатометы. Ведь по распоряжению президента Дудаева любой мужчина-чеченец, достигший 16 лет, может иметь огнестрельное оружие. Благо, купить его в республике можно сейчас свободно. Автомат Калашникова стоит 1 миллион 350 тысяч рублей. Пистолет Макарова тульского производства – 1 200 000. Гранатомет – около миллиона. А один патрон к автомату – 300, максимум 500 рублей. Не случайно настроение у всех участников праздника, особенно поначалу, было подавленное и тревожное. Тем более, что местные власти постарались сделать все, чтобы испортить его еще больше. Но прежде чем рассказать об этом, необходим небольшой экскурс в историю. Станица Наурская была основана на левом северном берегу Терека еще в 17 веке. До этого здесь уже два столетия жили бежавшие на Кавказ сторожевые казаки и крестьяне Великого княжества Рязанского. В конце 16 века сюда, на Терек, стали переселяться казаки с берегов Дона и Волги. Вскоре к ним присоединились значительные группы православных осетин и черкесов, а также грузин, бежавших от османского ига. Обрусев, они слились с терским казачеством. Официальной датой образования терского войска считается 1577 год. В 18 веке Наурская была уничтожена персами, но вскоре возродилась. Затем она входила в Азово-Моздокскую оборонительную линию, которую укреплял
жестокий покоритель Кавказа генерал Ермолов. Применявшаяся им тактика выжженной земли повергла в ужас все горские народы и вписала одну из самых черных страниц в историю Кавказской войны. Бывали в станице великие русские поэты Грибоедов и Лермонтов. Останавливался Лев Толстой. До 1957 года станица Наурская находилась на территории Ставропольского края. Но в 1957 году Никита Хрущев произвольным решением включил ее вместе с двумя районами на северной стороне Терека в состав Чечено-Ингушской АССР. Тогда же он передал два района Дагестану, два Кабардино-Балкарии и один Северной Осетии. Сегодня власть в Наурской принадлежит чеченской администрации. Над ее зданием развивается национальный флаг республики с изображением лежащего волка. Именно здесь казаки получили категорический отказ на свою просьбу установить во время праздника памятник наурским казачкам. Он так и остался лежать в здании казачьей управы. Накануне атаману наурцев пригрозили, что если казаки не послушаются и все же поставят камень на станичной площади, то он будет взорван, а инициаторы подвергнуты уголовному преследованию. Рисковать не стали. А местный батюшка, несмотря на все угрозы, осветил то место, где предполагалось поставить памятник. Наурцы возложили на пустой асфальт цветы. Едва не был сорван и праздничный концерт. Летнюю сцену, на которой он должен был проходить, чеченцы накануне разобрали. Поэтому артистам пришлось выступать на крыльце ближайшего дома. Говорил казак казачке, на коня взлетая, ты не плачь, не плачь по мне, моя дорогая. Ой, да, ой, да, да, ой, да, ой, да, ой, да, да, ой, да, ты не плачь, не плачь по мне, моя дорогая. Ой, да, ой, пели украинские, русские и старинные казачьи песни. Многие слушали их со слезами на глазах. И только когда начались танцы, люди оживились и повеселели. А мы еще раз убедились, что нигде не танцуют так зажигательно и самозабвенно, как на Кавказе. Никакой власти не под силу убить душу казака, заставить его забыть славу и веру своих предков. Поэтому даже президент Дудаев не смог запретить терцам провести в этот день крестный ход. Им, собственно, и открывался праздник. Правда, в течение 2 часов его не могли начать из-за того, что все делегации гостей были задержаны на границе Чечни местными силами безопасности. Только после долгих переговоров их все же пропустили в Наурскую. За это начальник районного отделения Министерства безопасности Чечни и начальник районного отдела внутренних дел на следующий день были сняты Дудаевым со своих должностей. Но крестный ход все же состоялся. От центра станицы люди прошли к тому месту, где когда-то стояла станичная церковь. Ее уничтожили в 1934 году. Здесь был отслужен молебен в память обо всех казаках и казачках, погибших во время чудовищного геноцида 20-х годов. После февральской революции терские казаки были одними из немногих, кто остался верен присяге, данной Николаю II. До этого они входили в конвой и личную охрану последнего российского императора. После Октябрьского переворота терское казачество стало одним из самых непреклонных противников большевизма. В 1919 году терцы помогли Деникину полностью разгромить красные войска на Кавказско-Каспийском фронте,
и освободили от большевиков всю Терскую область. За это советская власть жестоко отомстит им в 20-е годы, вырезав под корень целые станицы. Тогда воды Терека покраснели от казачьей крови. Самым страшным днем в истории этого геноцида стало 27 марта 1920 года. В этот день было выселено три станицы, всего 72 тысячи человек. По пути на железнодорожную станцию 35 тысяч из них, в основном женщины, старики и дети, были зарублены и заколоты штыками. Позже оставшимся в живых казакам было запрещено служить в армии и носить казачью форму. Это не сказка, не притча, бы люди обижены были судьбою. Помнят в степи тот поникший ковы черного ворона над головою. Помнят в степи тот поникший ковы черного ворона над головою. Что же ты сделала, матушка Русь, чем казаки пред тобой провинились? Им защищали мы плохо тебя, или в церквах за тебя не молились? Им защищали мы плохо тебя, или в церквах за тебя не молились? Помни, родная, мы дети твои, а дети на мать обижаться не могут. Трудное время ты нас позови, и казаки как один все помогут. Трудное время ты нас позови, и казаки как один все помогут. Помни всегда, что беда не беда, если казак у границ твоих будет, он защитит и накормит тебя. Помни о нем, он тебя не забудет, он защитит и накормит тебя. Помни о нем, он тебя не забудет. Это не сказка, не притча, люди обижены были судьбою. Помнит в степи тот поникший ковыль черного ворона над головою. Помнит в степи тот поникший ковыль черного ворона над головою. Два дня провели мы в Наурской. Многое из того, что нам пришлось здесь увидеть и узнать, потрясло всю нашу съемочную группу. Прежде всего, это касается положения русских семей в новой независимой Чечне. Разгул преступности и агрессивного национализма в первую очередь ударил по ним, особенно в бывших казачьих землях. Здесь нам показали газеты, издающиеся терским войском. Почти в каждом номере сообщения об убийствах, грабежах, избиениях, поджогах, угоне скота и других преступлениях против русских. Во многих станицах этот кошмар продолжается уже 3 года. Особую ненависть местные бандиты питают к казакам. Это список казаков, убитых в Сунжинском районе, только за то, что они осмелились одними из первых одеть казачью форму и слишком активно помогали возрождению терского войска. Здесь же нам показали принятое недавно обращение жителей станицы Осиновская к президенту Ельцину и атаманам всех казачьих войск России. В нем приведены десятки фактов террора против русского населения в одном только районе Чечни. Ограблены и избиты старухи, зверски убита семья, обстрелян дом, угнан скот, взяты в заложники. В нем сообщается, что чеченские органы правопорядка часто покрывают своих преступников или предпочитают их вообще не трогать из-за боязни кровной мести. Поэтому практически все преступления против русских остаются нераскрытыми. На следующий день жители Наурской стали приносить нам фотографии своих родных и близких, убийства которых произошли не так давно и тоже не раскрыты.
Вот только некоторые из них. Подкупайка Таисия Васильевна, 83 года, зверски убита в собственном доме. Сенчиков Геннадий Александрович, убит после избиений. Крымов Юрий Петрович, 53 года, приехал на похороны родных, убит возле их дома. Муж и жена Будниковы, бандиты зарезали их ночью в собственном доме. А к Клавдии Ивановне Обозиной мы пришли сами. 2 месяца назад она похоронила единственного сына. Когда он заехал к матери, чтобы забрать дочку, его новую машину окружили несколько чеченцев, вооруженных автоматами. Потребовали отдать машину им. Когда он отказался, его стали избивать, а потом застрелили. Труп забрали с собой. До последнего момента мать пыталась защитить сына. Один тогда подшел, так он, ну, может, меньше его, вот, и прикладом я его по спине 3 раза вдарил, ага. А я тогда его, эту за шкирку так стала оттягать, а он меня тогда по руке вдарил, вот даже и сейчас еще, она мне и переломанная была, она уже срослась, вот. А я тогда уже не могла ничего защитить, только слыхала, что он говорит: «Ребята, что вы делаете?» Больше я ничего от дитя не слыхала. Зачем они его взяли? Зачем они взяли моего дитя? У Виктора осталась жена и 2 дочери. Младшей 9 лет, а старшей недавно исполнилось 22 года. Искали и хоронили его всей станицей. Оставшейся без кормильца матери казаки помогли, кто чем мог. Собрали деньги на гроб. Никто не заботится о нас. Никто, никто. Никому мы не нужны, русские. А как вы думаете, русские вообще здесь смогут выжить, остаться? Кто знает. Если не добьют, значит, выживем. А если добьют, тогда что же? Тогда уже не к чему выживать. В последнее время пенсионерам здесь было особенно тяжело. Многие из них по году, а то и больше, не получали пенсии. С 1 февраля по 17 марта этого года среди пожилых людей Наурского района было зарегистрировано 37 случаев смерти от недоедания и отсутствия лекарств. Об этом официально сообщила местная пресса. Естественно, что ни российское телевидение, ни центральные газеты эту информацию не обнародовали. Как обычно, промолчало правительство России и новоиспеченная Дума. Спасаясь от террора, многие русские семьи бегут отсюда, бросая свои дома или продавая их за бесценок. Покупают эти дома в основном чеченцы. Цена обычно не превышает 2 миллиона рублей. Тем, кто не сговорчив или не хочет уезжать, в окно могут бросить гранату или устроить поджог. За последний год из Наурской уехала половина русских семей. По району этот показатель еще выше. В некоторых станицах, где еще недавно жили одни русские, сегодня их практически не осталось. Многие уезжают и потому, что негде учить детей. Русские школы закрываются, а их учителям не платят зарплату. Те, кто остались, вынуждены спать с заряженными ружьями, особенно если окна выходят на улицу. Вот так мы спим теперь каждую ночь. Вот, умею стрелять я, умеет стрелять моя 15-летняя дочь. Иного выхода у нас сейчас нет. Тогда, когда раньше это ружье служило только как охотничий инструмент, оружие, а сейчас она нам спасает жизнь. Вот. Одна надежда на себя и на него. Больше всего боюсь, конечно, за свою семью. Когда уезжаешь, постоянно мысли сверлят одно и то же. Как там дети, что там с ними? Вот буквально сейчас, полчаса назад, значит, на улице была стрельба. Пришлось выбежать, с волнением такой выбежал. Оказалась свадьба, автоматная очередь.
В Россию мы верим по-прежнему, но у нас угасает вера в российское правительство, вера в президента, вера в то, что они когда-либо обратят внимание на наши беды. Из казаков сегодня здесь остались только те, кому некуда уезжать или кто решил ни за что не оставлять могилы своих предков. Во время праздника, глядя на их лица, мы поняли, эти люди просто так отсюда не уйдут. Для них, в отличие от многих, казачество – это не фольклорная забава и не игра в красивую форму, а действительно единственный способ выживания. И многие русские, оказавшиеся сегодня заложниками межнациональных конфликтов, смотрят на них как на последнюю надежду. И хотя проблем у возрождающегося терского войска еще очень много, люди уже идут к нему со своими бедами и проблемами, потому что надеются на его защиту и помощь. А пока здесь, на самых южных рубежах России, стоят последние терские казаки. Стоят, защищая свою землю и будущее своих детей. Вернулся эскадрон домой. Пусть дождь стучит по черепице, гуляй, казах, станица, пой. Пусть дождь стучит по черепице, гуляй, казах, станица, пой. И за столом при всем друг другу о прошлом вспомнят казаки, о том, как в битвах было туго, сверкали пики и клинки. О том, как битва была туго, сверкали пики и клинки. Пускай по чаркам разольется вино, что делали отцы, и смех у всех разойдется, как под дугой бубенцы. И смех у всех разойдется, как под дугой бубенцы. Ветерок пускай гуляет, чума в казачьих как в траве. И пусть маманя не рыдает, заметив сеть на голове. И пусть маманя не рыдает, заметив сеть на голове. Да чтобы песни зазвучали о буйном гереке отце. Чтоб в песнях не было печали, пусть будет радость на лице.